В стенах Казанского федерального университета прошел личнокомандный турнир по стрельбе из пневматического оружия. Казанский федеральный университет проводит первый в своей истории турнир для преподавателей и сотрудников университета по стендовой стрельбе. По регламенту стрельба выполняется из положения стоя из пневматической винтовки. Дистанция выстрела – 10 метров. Задача классическая – за 5 выстрелов набрать большее количество очков, попав в бумажную мишень. Турнир – это по стендовой стрельбе. Проводится впервые для сотрудников и преподавателей. Надеемся, что это будет понравиться нашим работникам, и мы в дальнейшем будем это проводить всегда. Эти соревнования проходят в рамках программы оздоровления работников КФУ. Мир был разделен на личные и командные состязания между мужчинами и женщинами. Первое место в командном турнире заняли игроки команды ДСО. Всего участвовало 6 команд. За первое место имеются дипломы и кубки для мужчин и женщин, которые победили, медали и дипломы. Помним, что тир открылся 16 декабря 2021 года по инициативе бывшего ректора Ильшата Гафурова. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.